Естественно, сами по себе осмелились бы темноводные напасть на вашу деревню. Они жадные, но глупые и трусливые. Действительно, жабы. Серый человек командует армией темноводных. Неизвестно, что ему нужно, но Банши рассказал, куда он направляется. Серый человек какой-то. Кто-то должен был их собрать. Пообещать легкую добычу привезти сюда. В конце концов, спасибо тебе, дядюшка Банши. Теперь ясно, кто нам нужен. Выследить хозяина темноводных. Выследить и прикончить его.
зализать рану. Новое снаряжение. Сапоги используются. Инвентарь. Персонаж. Персонаж. Инвентарь. Зачем было разделять инвентарь и персонажа? Непонятно. Ну ладно. Ну чего? Нельзя покрасить. Почему она не хочет их одеть? Все-таки одела. Понятно, почему они автоматически не оделись. При двойном нажатии. Персональный предмет. Получите золотое оружие 41 уровня своего класса. Опыт 216. Зачем-то соблазняет Элью. Вас с Романом. А вы с Романом справитесь с темноводными. Правда же? Совершить. 216 опыта. Принять. Все, побежали.
Судя по всему.
Just